Надо было тебе чуть назад пройти, чтобы мы туда ушли сразу. Дорога показывала туда. Ну ладно, поехали. Ну ладно, что ж поделать. Да. Всем привет. Привет. Сначала съезд на этот. А потом на тот. А потом туда, куда надо, блядь, да. Просто тот маршрут, который ты мне показывал, он через центр. Да, но он сейчас показывает, он 4 минуты дольше. Понял? Мы с тебя 4 минуты потеряем. Какой-то веки можно за рулем поснимать, елки мне. Причем за рулем в прямом смысле. Вот руль, вот за ним снимай. Потак, чемпиньон. Пиздец, там сзади обезьян. Не так, надо вдвоем, вот так. Хер, я так просто не раскачаешь. Кой здесь? Смывали потом за ним, как какашки. Тишина была полная, когда вели их. А немцы вспоминают, типа, блин, якобы их там костерили, пидорасили. Не так это. Лев Дуров рассказал, что была полная гробовая тишина. Только звук сапогов подкованных был. Они так шли. Уже не так браво, как сюда заходили. Можно мне зеркала? Здесь я бежал. Хочу-хоча. Хочу-хочу. Такая ассоциация произошла, когда вот поток воздуха попал в легкий салон. Нет, не в легкий, в салон. Когда вот едешь в поезде, бывает такое. Ну я не знаю, в поездку, когда ты голову высовываешь в окно, да, и вот такой вот запах шмал, дыма паровозного. Ну, не, блядь, не паровозного этого. Криозотом воняет. Здравствуйте. Хасенберг. Шмаль везем. Красная жилетка. Мы ушли с маршрута. Это же показательный этот орг. Помнишь? Показательный? Это было написано показательный орг. Орг. Слушай, ну прикольно здесь. Да, слушай, интересно. Ну это какая-то техническая. Да у нас такой полигон. Морг. Они. Пока стоим. За что на этой игре? Вот айфон будет. Видео. Да. Видео отчет. А как же фото? Ебал я ваше фото, заебали. Нет, на игре не было. Видал, как мясо вчера собирался, сука, блядь. Нет, как? Ну там. Там, да не питался. А че он не поехал-то? Да, заболел. День рождения начал, блядь, отмечать раньше времени. Стофудово. Здесь нет. Понял, что придется проставляться. Реально заболел. Так, блядь, неудивительно, что сейчас все. Гор тоже, блядь, в пятницу я его специально, блядь, отгул давал, чтобы он, блядь, отошел. Да я вот тоже болею. Угу. Я мясо говорю, давай, не боемся. Не, я думаю, потом с понедельника вместе на больняк, блядь. Не, я после футбола, блядь, чувствовал хуёво себя вообще.
нет такого, чтобы... Зато сыграли-то как горячо. Юра сосал. Горен, как же там было охеренно. Это надо... Чего там отхрен... Свят, я с этим, с регистратором побегу, нахуй. Хуй кто теперь докажет, блядь, там. Да-да-да-да. Знаешь, как в этом чувак со стадиком, он таким стоит, и пивко ему стакан сверху, тык, можно поставить. Я вижу отражение в полярике. Алло. Дима, что я нашел? Ладно, пошли. Я нашел, не слушай, это хер бы с ним. Идите. Приходи. Даня. Хорошо, надо разделять. Да, Даня. А, у тебя любая кухня? Блять. А потом Макан приебали. Легу, не хочет так работать. Легу. Спасибо. Давай, ты что делаешь, а? Снимай. Для истории. Vibe story, да? Да. Будем рассчитывать. Да, абсолютно. Но я даже не обратил на него. Немка, по-моему, его. Следующий. Да. Точилу вокруг и отправь ему мясо, блядь. Че, спина побаливает, блядь. Может, и хорошо, что я сегодня, блядь, тебе разгрузку забыл, блядь. Кнопочка. Ручки в жопе. Ручка. А теперь раз, боец. Давай. Ёбка тут. Как он каждый раз. Банул. Проседаешь и каждый раз. Коленка говорит. Коленка болит? Замени меня. Коленку? Сустав, замени. Не, пропустили, я хоп убавил. У нас показалось 175-172. Слушай, может, с СД-шками мне так-то пойти? Она, блядь, у нее кучности не хватает. А, ну тогда нахуй. СД-шки пусть вариант, не так бьет, вариант. Зато кучность должна стопудово. Я прям задокументировал. Все задокументировал. Там есть проходы, но там, где вы пролазите проходы, тоже смотрите сложно. Потому что хозяева пытались максимально сделать так, чтобы никто туда не пролез. Пройти, то есть если есть проход, там пройти можно, но аккуратнее. Плюс, если вы посмотрите, на север после этого квадрата идет дорога. Я с днём рождения. Я не снимал, ну ладно. Снимал, а видел? Да, я прикал. Потому что это фото, это видео. Как еще подразнить мясо? Пиздатая игра, да, была? Да, игра вообще прикольная. Сука, как раз вот день рождения. Как мясо любит. Как сильно ручники, прям игра вообще. Мясная просто.
Да, игра была мясная. Но без мяса. Гречка с мясом. Гор залип, слышишь, гор залип. Где? Главное мясо не смотрит, а то не ходит. Гор, мы тут мясо поздравляем с днем варенья. Скажи. Приятно выздороветь. Это, блядь, максимум, что ты можешь услышать от этого нормально. Серегу камера любит, блядь. Серегу очень любит. Пиздец, ему камера любит, ну. Нет, это баланс средний. Ну, то есть, видишь, холодные синие, теплые красные. Сейчас не фильтр, ну как фильтр, Этерн. До этого ни одной вообще ничего не было. Мануальщику хорошему. Да, нас сходит. Игру особо не снимал, так. Я перестал снимать. Мясо еще привет, мясо. Мяс, мы тебя очень любим. Да. Поздравляем тебя с днем рождения. Да. Желаем тебе счастья, здоровья. Побольше. Ой, да. Побольше пиздец. Светлых дней. Поменьше ебли мозгов. Все, спасибо. Саня подкрался незаметно. Да, да. Ну что, вставайте, давай. Фоткаемся, вставай, давай.